Дорогой друг, добро пожаловать в нашу большую, дружную семью. Из всех кандидатов, желающих получить работу, предпочтение было отдано именно тебе. Мы принимаем на работу только самых талантливых и многообещающих людей. Сотрудники, которые наняли тебя, уже верят в тебя и возлагают надежды. Мы очень серьезно относимся к качеству нанимаемого персонала. Ведь от тебя зависит наша репутация, наш успех и самое главное – впечатление гостей. Ты стал частью сети кондитерского дома «София», начало которой положил наш первый магазин «Дом выпечки» от Мадины, который открылся в 2008 году на Медгородке. Сейчас это большая семья, численностью более 20 филиалов. Мы очень гордимся нашей историей и с радостью думаем о будущем. И никогда не забываем о самом главном. То, что приносит нам успех, это наши сотрудники. Всех наших сотрудников объединяет наш основной принцип. Это гость. Гость – самый важный человек. За гостя отвечает каждый сотрудник. Гость – основа благосостояния и процветания каждого из нас. Мы надеемся на тебя и готовы быть тебе опорой и поддержкой на твоем профессиональном пути. Тебе предстоит многое узнать о работе нашей сети, ее структуре, требованиях и механизмах. Внимательно слушай, смотри, наблюдай, знакомься. Общайся. Записывай и веди дневник. Твой наставник всегда будет тебе опорой, помощником и путеводителем. Будет подсказывать, направлять и давать задания. Ведь на тебя возложена большая ответственность. Мы искренне надеемся, что время, которое ты проведешь вместе с нами, принесет нам пользу, а тебе новый опыт, радость и удовольствие. Компанию «София» я пришла уже около 5 лет, будет скоро. Начинала я на миноре, участвовала в открытии многих точек торговых. Что мне нравится в нашей компании? Во-первых, это интересная работа, отличный коллектив. Я работала в разных торговых точках нашей «Софии». И везде всегда попадались у меня самые хорошие, добрые, отзывчивые, веселые, юморные сотрудники. Здравствуйте, меня зовут Алишер. Я работаю в кондитерском доме «София» почти уже 3 года. На данный момент я работаю кассиром. Привет, меня зовут Сабина. Я работаю на филиале «Дархан». Я тоже работаю уже больше 3 лет. И сейчас я на должности старшего продавца. А как вы начинали? В «Софию» я пришел в 2017 году, будучи студентом. Вторая половина дня была свободной. Из-за этого я решил начать работать. Поискал в интернете, нашел вакансию и пришел посмотреть, что предоставляет себе эта компания. Пришел туда, я вначале начал работать официантом. Меня взяли как официанта, после этого постепенно я начал подниматься, стал старшим официантом. И как бы карьерный рост мне понравился больше всего в этой компании, потому что у них есть карьерный рост. То, что самый шикарный коллектив. И если говорить, то можно сказать еще больше. Какие преимущества наблюдаете за все это время? Ну, на самом деле в нашей компании очень много преимуществ. Я считаю, что самое важное – это то, что, как сказала Алишер, у нас имеется карьерный рост.
вы сдаете аттестацию и также вы поднимаетесь по своей карьерной лестнице. Также у нас есть различные бонусные системы, когда вы выполняете планы продаж, вам начисляются разные премии и бонусы. Каждый раз, когда посещаем мы праздничные дни, мы можем увидеть разнообразные тематические наши вкусные пирожные и торты. И каждому празднику подход индивидуален. И это очень радует наших гостей и, конечно же, наших сотрудников. Входя в эту любую точку нашего магазина, мы можем почувствовать тепло и уют. Например, ты учишься общению с людьми, изучаешь каждого человека, его психологию. Новые друзья, новые развития, новые люди. Здравствуйте, меня зовут Луиза. Я ассистент управляющего на филиале Ardus. Для меня София – это, можно сказать, второй дом. Здесь я приобрела очень много навыков. Я выросла в карьерном росте, то есть начинавшая всего лишь стажером-продавцом. Я сейчас работаю ассистентом управляющим. Это более другая работа, это больше ответственности. Это больше эмоций, это больше, в общем, всего. Сама София мне очень нравится. Я приобрела здесь очень много знакомых, очень много друзей. И сама компания, это, можно сказать, очень большая дружная семья. А сейчас это очень мало где есть. Меня зовут Ферус. Я 1 года в Софии официант был ушлима. 2019 yılda en yaxshi ofitsiant nominatsiyasini aldım. Hozircha o'qishda o'qiyotganim sababli bu Safiyada ishlash menga udobniy bo'ladi. O'qishdan bo'sh vaqtimda kelib ishlayapman. 5 лет назад меня пригласили на работу. Открывался еще один кондитерский дом София, в проект которого входили не только десерты и выпечка, но и холодные горячие блюда. Меня пригласили для создания меню, постановки работы и запуска кухни. Что меня привлекло в кондитерском доме Софии, так это, наверное, мне было интересно открыть для себя что-то новое, что-то интересное. Узнавать и создавать предпочтения гостей. Наверное, это сравнимо как с рождением малыша. Когда ты смотришь, помогаешь ему, наблюдаешь за его развитием. С Софией я научилась очень многому. Начиная элементарно с пунктуальности, заканчивая навыками управления. И с каждым днем я обучаюсь чему-то новому, познаю новое. В этом мне помогает HR-департамент, который постоянно предоставляет нам различные тренинги, обучает нас чему-то новому и дает нам возможность стать профессионалами своего дела. Я работаю в этой сфере более уже 3 лет. С семьей мы покупали выпечку, и мне очень понравилась атмосфера этого кондитерского дома, классное обслуживание гостей. И я хотела поработать тут. Большую часть своей жизни мы проводим на работе, поэтому дружный коллектив – это самое важное. Мы можем легко попросить друг друга о помощи или можем что-то спросить. Коллектив очень сплоченный, и даже новички своевременно становятся моментально своими. Какие преимущества в этой работе? Очень удобный график, так как я учусь, я работаю после обеда. Очень дружный коллектив и недалеко от моего дома. Здравствуйте, меня зовут Денис. Я работаю в Борисково уже в Софии более 3 лет. Пришел в Софию чисто из-за того, что хотел обучиться, познать новые знания. И мне это удалось. Теперь я Борисково наставник. И мне очень нравится моя работа. Я пришел в сеть Софии, чтобы развиваться, работать и одновременно учиться, то есть совмещать все это вместе, учебу и работу. Здесь как бы созданы условия, чтобы человек, который учится и может работать, здесь условия графика гибкие, то есть подходит, например, 8-часовая работа, работа не очень трудная, если хорошо научиться. Здесь хорошая команда,
наставники хорошие, сотрудники очень вежливые друг к другу. Я человек вызова, и мне нравится, когда передо мной ставятся новые цели и задачи. И в кондитерском доме «София» это происходит регулярно. Кондитерский дом «София» – только первый, только вперед! Мне здесь очень понравилось. Я думаю, мы вживемся в этот дружный коллектив, и было очень интересно. Да. Сегодня прошел ваш первый рабочий день. Как вам, понравилось? Отлично. Да, отлично, супер. Добро пожаловать в нашу семью. Спасибо.